Начнем с больших переговоров в Сочи. Владимир Путин принимает премьер-министра Индии Нарендру Моди. Президент России отметил высокий стратегический уровень партнерства между нашими странами. Еще говорили о товарообороте. За последние месяцы здесь есть существенный рост. Расширение сотрудничества между военными ведомствами и совместной работе по решению важнейших международных проблем. Российско-индийские отношения не нуждаются в какой-то... В каком-то особом представлении. Они имеют очень глубокие корни. Мы активно работаем во внешнеполитической сфере, в том числе в ряде международных организаций. Среди них и ООН, и БРИКС, и вот теперь Шанхайская организация сотрудничества. У нас налажен очень плотный контакт и хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит о очень высоком стратегическом уровне нашего взаимодействия. Россия – давний друг Индии, а вы – мой личный друг и друг нашей страны. Мы с вами можем гордиться тем, что российско-индийские отношения превратились в особо привилегированное стратегическое партнерство. Это большое достижение.